соберем необычное украшение на елку. Для изготовления украшений нам потребуются ватные палочки, шарик от пинг-понга, ну а в качестве инструмента, мультиинструмента достаточно, нам потребуется шило и кусачки. Приступим к процессу. Каждую ватную палочку разрезаем пополам. Далее вытаскиваем шило, берем шарик и делаем в нем отверстие. В эти отверстия вставляем палочки.